В год семьи мы стараемся знакомить вас с удивительными людьми. На этот раз в гостях мы побывали у семейства Тарабановых из станицы Северской. Их объединяет не только общий быт, но и единство помыслов и дел. Члены этой красивой молодой семьи еще и чемпионы по спортивным бальным танцам. Вера и Исаак, однажды встретившись, так и не смогли расстаться. 7 лет назад вслед за родными переехали из Приморского края, чтобы растить детей и наслаждаться теплым кубанским солнцем. Мы всегда планировали большую семью, дружную, сплоченную. Вот у нас 4 детей. Первым делом посадили сад. Играть на воздухе – любимое занятие детворы. Есть прямо с грядки, с дерева, с куста. Все свое, натуральное. В Приморье этого очень не хватало. Батут, бассейн, всевозможные водные забавы. В дом порой детей не загнать. Вера признается, что бывает и сложновато. 4 – огромная ответственность, но и великая радость. Ну, периодически сложно, иногда нужна поддержка со стороны семьи, бабушки, дедушки помогают, да. Ну, много зато радости и веселья с ними. Тарабановы любят собираться за большим столом. Хоть Вере и приходится стараться, чтобы угодить каждому члену семьи с его вкусовыми предпочтениями. Елисей обожает домашнюю выпечку. Надо сказать, что запах горячего хлеба с Вериной кухни действительно уносит в далекое детство. Оно у младших Тарабановых настоящее, без гаджетов и телевизора. На это просто нет времени. Подъем, завтрак, школа, всевозможные кружки и секции. Работа по дому и саду в помощь родителям. Клубнику прополоть, собрать там, например. Кто-то там сегодня посуду моет, кто-то подметает, кто-то полы моет, кто-то кровать заправляет, ну, каждый свою кровать заправляет. В основном собаку кормят, вот они с ней там гуляют. Ну, что там, яблоки собрать, вот когда там варенье что-то там варим или еще что-то, тоже они помогают. Но своими главными помощниками Вера называет кухонные приборы. Расписала распорядок, да? Плюс нам еще самим с Исааком нужно ехать на танцы. Это в Краснодар мы едем, это дорога, там пробки, сами знаете. Это мы 3 раза в неделю, бывает и 4 раза, едем на тренировку. Детей, вот этот вечер мы, бывает, бабушки оставляем, вот этих младших, а троем едем на танцы. И иногда меня с собой берут. Помощники там, что холодильник холодит, стиралка стирает, посудомойка посуду, моет, хлеб печет, мультиварка кашу варит. Поэтому без этих помощников никак. Вот еще надо робота-пылесоса, чтобы уменьшить нам нагрузку. Поэтому стараемся как бы время экономить. Уже много лет Вера и Исаак занимаются спортивными бальными танцами. Мы с молодости с Исааком танцевали, но мы танцевали в народном коллективе. И вот там вместе потом работали, и все у нас получается, наша любовь завязалась, жизнь скрутила. Вот, и вот теперь мы вместе. Да, и под перерыв ушли с танцев. Ну, скучно, заниматься надо, хобби какое-то надо. И вот когда уже на танцы ребенка отдали, думаем, ну надо себя, то есть тоже заниматься, хобби какое-то, отдушина должна быть от всего, от работы, от семьи. И вот тоже сами потихонечку вместе с ним уже здесь, в Краснодаре, занимаемся 5 лет танцами бальными. Пара – победители конкурсов «Южная звезда» в Анапе и этапа Кубка Российского танцевального союза «Здравствуй, лето» в городе Краснодар. Это только за последний год. А вообще, медалей кубков не счесть. Причем обладают наградами почти все члены семьи, кроме Катюши. В свои 1,5 года ей нравятся более прозаичные вещи. Успешен в спортивных бальных танцах и старший Ярослав. Он перешел в 8 класс 45-й школы, помимо танцев занимается шахматами и посещает музыкальную школу по классу баян. Не отстает и Елисей. Вместе с сестрой Анастасией он занимается спортивной акробатикой, как брат ходит на шахматы и в музыкальную школу. Правда, пока его приходится либо привязывать к стулу с тяжелым баяном, либо придерживать. Мечтает Елисей о космосе. Им перечитаны десятки книг. Снятся мальчишке звезды и галактики. А пока на Земле он успевает и учиться, и резвиться.
кажется, чета Тарабановых успела сделать все: построить дом, родить замечательных детей и посадить не дерево, но целый сад. Однако на этом останавливаться не собираются. Считают, что всегда нужно мечтать и двигаться вперед. Хотят вдоволь попутешествовать по миру и России. На дальние расстояния с детьми пока проблематично, но стараются. Все семьи в машину сели, с детьми поехали в Москву. Ну, как бы тяжело, да, вот маленькая еще меньше была полгода. Ну, зато есть что вспомнить. И дети вот вспоминают. В Крым ездили, тоже Крым там весь объехали. Ну, еще Настя маленькая была, Кати не было. Тоже дети прям вспоминают с удовольствием. Вот такие вот большие поездки семейные очень хотелось бы осуществлять. Вот да, это вот такая мечта. Разочек в год, чтобы кататься вот так. Даже, ну, Россия большая, а через нее ни разу не ездили на машине. Куда-то на Алтай съездить там с детьми, еще куда-то там на Урал. Семья любит проводить время вместе, выезжать на природу и просто отдыхать дома. Исаак самостоятельно сварил мангал. Теперь стабильно. Пару раз в неделю шашлыки и любимый детьми жареный хлеб. Супруги уверены, что развивать детей нужно разносторонне. В доме есть не только баян, но и скрипка. Планируют приобрести фортепиано для подрастающих девчонок. А папа, хоть и редко, все время занимают работой строящийся дом, но берет в руки свою любимую гитару. Как и супруга, он считает себя абсолютно счастливым человеком и благодарен судьбе за большую и дружную семью.